Раньше судебным приставам Одинцовского района приходилось ютиться в здании жилого дома на Можайском шоссе. Совсем недавно они переехали в новый офис, расположенный в Больших Веземах. Сейчас распоряжение Федеральной службы здания, площадью 1881 квадратный метр, светлое, трехэтажное, с новым ремонтом. На торжественное открытие приехали не только почетные гости, но и батюшка, который, как и полагается, прочитал молебен и осветил здание. Глава района поблагодарил судебных приставов за их нелегкий труд. Вы помогаете нам пополнять бюджет, бороться с нарушителями и злостными неплательщиками. Достаточно обозначить, что за последние 7 месяцев вашей работы было взыскано более 320 миллионов рублей. Поверьте, эти деньги для нас являются живыми, которые мы обязательно отправим на все наши социальные программы, на зарплату учителям, педагогам, на ремонт дорог и благоустройство дворовых территорий. Красная ленточка перерезана. Почетные гости отправились знакомиться с новыми условиями работы судебных приставов. Просторные и светлые кабинеты, детская игровая комната, информационные стенды. Все это и многое другое появилось у приставов после переезда. Хорошие условия работы являются отправной точкой качественной деятельности для любого госслужащего. Сейчас руководители службы пытаются свести к минимуму общение. Если у граждан возникнет необходимость непосредственного общения с приставами, в новом здании все для этого предусмотрено. Места для ожидания и электронная очередь. Понятно, что условия для работы – это отправная точка качественной деятельности любого государственного служащего. В данной ситуации, я думаю, что только подготовленные государственные служащие вот в таких условиях, они просто не имеют уже права не работать добросовестно на благо граждан Московской области. Вместе с Одинцовским отделом ФССП в новом офисе будут работать и сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов. Сотрудники муниципального подразделения федерального ведомства в среднем в день обрабатывают около 300 производств по взысканию платежей. По этому показателю Одинцовский район занимает 9 место из 50 в Московской области. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».